Очередной скандал на Украине. В Полтаве депутаты горсовета попытались выбить дверь в кабинет мэра. Все случилось после того, как градоначальник Александр Мамай объявил перерыв в заседании, на котором должны были выбрать секретаря сессии. Мэр был не согласен с теми кандидатурами, которые предлагали. После, заперся в кабинете, но депутаты решили продолжить разговор во что бы то ни стало. Выбить дверь народным избранникам не удалось, но проделать в ней дыру получилось. Через нее они и стали общаться. Конструктивного разговора, впрочем, не получилось, и мэр написал заявление в полицию.